привіт! Мене звати Маріана, я люблю вишиванки, паєтки і співати. Щира патріотка Маріанна дуже шанує віночки та вишиванки, але ще більше паєтки. Такий блискучий гардероб поки рекорд у моду народу. Більш мені подобаються паєтки, якась диско-тканина, тобто щось таке яскраве. Від столичного одягу, від столичної моди, скажімо так, Полтавщина дуже відрізняється. І в Полтаві, в Полтавській області багато дівчат надають перевагу ходити в повсякденному житті в якихось таких етно-сорочках, етно-спідницях. На жаль, у мене небагато вишиванок, всього 3, і вони одягаються тільки на сцену. Паєтки і стрази також, скажімо так, ходять по Полтавщині, але це більш такий дискотечний варіант вважається. К нам в програму обратился начальник цеха по производству ткани в паєтках. Цех закрылся, и он сказал, что на ступеньках под цехом вот такими вот слезами, в 5 раз больше, чем сама паетка, рыдает девушка Марьяна. Я не смог пройти мимо такой беды. И, конечно же, забрал Марьяну в нашу программу. Наразі Маріанна освоює професію співачки. Ой, не біжи, вода так швидко, шепоче їй блакитна квітка. Ой, не біжи, вода так швидко, гей, гей, гей. Ой, зупинися хоч на хвилинку, тече вода не зна зупинку, тече вода не зна зупинку, гей. Це, можна сказати, одна із моїх улюблених пісень. І така вона запальна, така сама, як і ваша програма, тому вирішила подарувати її вам. Своїми творчими успіхами дівчина ділиться тільки з мамою. Батько покинув родину дуже давно і практично не спілкується із донькою. Я не зовсім пам'ятаю, як він пішов, і я на той час була зовсім маленька, і я не розуміла, що відбувається. Один прекрасний момент він прийшов і сказав просто, що він іде із сім'ї. Він сказав, що так буде краще. Давайте я успокоюсь потім, тому що я просто зараз нічого не скажу. Тема особистого життя викликає ще більші сльози. У свої 17 вона вже пізнала зраду. На особистому фронті, в принципі, так як і в усіх 17-річних дівчат, то є хлопці, то немає хлопці, то такими проміжками. В 14 років у мене був перший хлопець, з яким я зустрічалася. Давайте прийдемо цю тему, будь ласка, це реально, це ще хуже, ніж про батька, я вам просто говорю. Маріанна дуже хоче змінитись і розпочати нове життя. Я прийшла на цей проєкт для того, щоб професіонали допомогли мені стати модною, актуальною, про те, щоб я залишалася особистістю. За перевтілення цієї чарівної мавки беруться справжні патріоти своєї модної справи – Данило Грачов та Яна Алтухова. Разом вони створюють дівчині сучасний та модний образ. Але для початку паєтковий гардероб підлягає повній ревізії, яку проведе особисто Данило Грачов. Яка ти така аутентична україночка? Так, україночка. То, що я вижу, мене зараз дуже радує. Прекрасна, життєрадісна дівчинка, вишиванка і навіть кроссовки Дані теж внушають життєрадісність і оптимізм. Посмотрим, що буде далі. Тільки без вінка. Без вінка. Ось він висить. Ну, так надівай вінок, щоб уже без... повністю образ був. Така Наталка Полтавка пожалувала. Саме із Полтавщини до вас і приїхала. Я бросила взгляд на її гардероб, і у мене починають закрадуватися сумніви. Так ли все життєрадісно, як мені показалось? О, боже мой, боже мой. Що це за плаття? Це плаття із мого випускного. В цьому році я закінчила 11 класів. А Інна Цимбалюк приїжджала? Якщо чесно, анкетку заповнювала на сайті ТЕТ на королеву балу. І навіть був дзвіночок із тим, що вони можуть приїхати. Але, на жаль, мої однокласники зробили таку невеличку забастовку мені. І цей весь проєкт відмінився. Боже мой, з ким же ж ти училась? Що за такі однокласники? З нелюдами, з нелюдами. І поэтому Маріана вирішила отомстити їм цим платьем на випускному.
что нажито непосильным трудом в антимоде, собрано в этом платье. Бисер, шнуровка сзади, силуэт рыбка, какие-то стразы. Единственное, что я могу понять в этом платье, это его цвет. Голубой цвет подходит Марьяне, но все остальное не годится вообще никуда. Единственный плюс этого платья – это его крой. Правильная форма хорошо обтягивает тебя, в общем-то, неплохо клешется к низу. Все нормально, проблема в декоре. Ой, что это за платье? В какой костюмерно ты его, мягко говоря, позаимствовала? Це окрема історія, в цій сукні я... Даже не знаю, як стояти. Несе Галя воду. Можливо, вінок вам дати? Ні, дякую. Дякую, в мене тут зачіска. В цій сукні я здавала іспити на творчому конкурсі в університеті. Какої? Київський національний університет імені культури і мистецтва. Поплавок. Так. Ну, звісно, туди, тільки в такому. Кстати, блестящее платье и кроссовки Данила выглядят весьма органично. В образе появляется легкая такая нота сумасшествия, и это даже интересно. Настоящая Жанна Огузарова. Может быть, Марьяне стоит подумать о таком наряде. Ну, давай что-нибудь. Спевать? Нет, танцуй. Танцуй? Конечно. Тому и станцевать. Вот, молодец, вот знаешь, молодец, пришла яркая, веселая такая вот, с такими глазами, и не кабенишься. Вот это как придут, знаешь, я певица, я говорю, спой что-нибудь, она стоит вот это в носу. Не буду, не буду. Данил, что за слова, что за кабенишься? Ты слишком много общаешься с нашими героинями. Общайся лучше со мной. Я тебе расскажу, что нужно не кабениться, а не перечить. Не кабенишься, а не перечишь. Чувствуешь разницу? То-то же. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. Если ты будешь певицей в таких нарядах, то ты будешь певицей на Первом национальном канале. Мне нравятся этномотивы, но, к сожалению, они начинаются венком нашей героини и заканчиваются на венке нашей героини. Это платье не имеет никакого отношения к этномотивам, разве что декольте. И то тоже вопрос. Единственное, за что я переживаю, что чтобы это платье оказалось в единственном экземпляре и чтобы где-то в мире не хранилась еще одна копия этого ужаса. Я очень рад, что тот цех, который выпускал ткань с пайетками, закрылся. И я тебе могу сказать следующее. Это платье нельзя оправдать даже тем, что это якобы сценический костюм. Я не представляю, где должна находиться эта сцена. Ну, разве что в нашей бочке с огнем. Марьяночка, знаешь, как можно назвать твой гардероб? Беда не приходит одна. Что это такое? Рассказывай. Я прям даже сердиться на тебя не мог. Я тоже не могу сердиться на Марьяну. Она прекрасная, позитивная девушка. Но мы видим уже третье блестящее недоразумение в ее гардеробе. Марьяна, ну как же так? Мы же в тебя поверили. В этом году я принимала участие в школьном конкурсе «Мисс школы». Режиссер-постановщик сказал, чтобы все девчата были одягнены самые в такие пайетки. Кто этот ваш местный Виктюк? Запос? Нет, это и директор, и все. А директор до пляжки прикладывается, да? Так. Чтобы вот это такое придумать. Ну, конечно, знаешь, все же носят ему конфеты-коньяк. Тут хочешь, не хочешь, диабет и сопьешься. Ну, хотя бы выиграла этот конкурс. Не выиграла. Ладно, иди меряй этот комбинезон, посмотрим. Может быть, ты в нем превратишься в какую-то диско-диву, может быть, в Шер. Дякую. Этого комбинезона могу сказать следующее. У Марьяны хорошая фигура, ей идут комбинезоны в принципе. На этом мои хорошие комментарии по поводу этого комбинезона заканчиваются. Дальше начинаются только плохие. Плохая ткань, неудачное сочетание
серебристого комбинезона и золотого пояса. Открытая спина с красным бельем. Почему красное? Марьяна, этот наряд под названием «Шик, блеск, красота» мы, конечно же, сожжем. Я бы не против был бы еще сжечь человека, который его сделал. Потому что это просто издевательство. Ну, кстати, мне кажется, что в школе, даже на каком-то школьном перформансе, не может ученик появляться вот в таком откровенном, пошлом и вульгарном наряде. Это, наверное, еще и как-то противозаконно. А мне не нравятся эти вещи. Они, конечно же, ничего общего с 70-ми не имеют в правильном понимании этой декады. Поэтому, Марьяна, все будет хорошо. Золото и пайетки прекрасно будут гореть в костре. Я згодна з тим, що мій комбінезон жахливий, прозорий, хай купи щось краще. Марія, ну кроме вот этого вот фестиваля странных нарядов, вот вроде бы как есть что-то из обычной жизни, скажем. Так. Что это такое? Це буденна майка і шорти. Я не завжди люблю відвідувати, так як більшість дівчат, нічні клуби. Я надаю перевагу і просто прогулянникам, наприклад, десь біля річки чи в лісі. Вінок вдягну, коромисло повішу на плече та піду собі там десь у лісочок. Поспілкуюсь із дятлами. Дятел, дятел, виходи, ти до мене підійди. Живет в белорусском полесе, красавица леса Олеся. На побачення ходишь так? А, ну, можно и просто самі прогулятися, на річку сходить. Зачем на річку? В камышах погулять? Ні, просто... С жабами пообщаться? Просто позагорать. Принца найти? Не жаба. Не жаба. Жаба. Так принца и не нашла. Не знайшла. Кстати, в это место можно встать вот это «Я так хочу, чтобы лето не качалось, чтобы оно замолчалось». Нашу жабу на велосипеде. Для свидания я считаю этот комплект не очень подходящий. Если свидание будет проходить на пляже, тогда окей. Во всех других местах, ну, я бы сменила как минимум низ в этом наряде. То есть убрала бы эти шорты. Марьяна, это же ужасно. Ты вроде скромная такая девочка, стоишь себе в каких-то скромных, блестящих платьях. Но вот этот наряд, как в таком можно ходить? Это что, приманка для маньяка? Ужасные шорты, ужасный топ, вещи некрасивые, немодные, плохо сидят на тебе, обтягивают тебя, делают тебя некрасивой. Зачем нужно надевать такие странные шорты? Пайетку в лихоманку зупинить тільки вогонь. Час спалити усі немодні речі. Золотой комбінезон клоуна. Что такое? Не. Ну, пожалуйста, ну це память, це реально, це все, що в мене є. Я дуже прошу. Ти мене аж напугала. Стоит девочка, а тут не понять, что началось. Так, все, прекращай. Отдавай этот комбинезон. В таком комбинезоне мог бы ходить Валерий Леонтьев. Но так как ты не Валерий Леонтьев, тебе такое не нужно. Не, тика на це. Я думаю, сейчас твоя мама перед телевизором говорит приблизительно то же самое. Сколько стоит это платье? Все, что было. Ну, вот сколько стоит такое платье? 5,5 тысяч. 5,5 тысяч стоит вот это? Вы продали корову, чтобы купить такое платье? Нет. Дольче Габбана без скидки стоит 8 тысяч. Как это может стоить 5,5? Мама, простите, но от этого платья мы будем избавляться. Экзамен сдала в этом? Сдала. Все, платье, до свидания. Микрошорты туда же. Топик с рюшами в костер. Данила, ну, можливо, ми залишимо щось просто мені на пам'ять, будь ласочка. Одне, нічого більше не прошу, тільки одне. Ось оце. Мар'яна, на пам'ять я подарю тобі спічку. Ну, не треба. Хотіла залишити собі комбінезон, але Даня навіть його не дозволив залишити. Я ж його не одягала. Решту серій дивіться на TET.TV.